Соколов, через 5 минут ко мне в кабинет. Александра Рустамовна, ваш вчерашний наряд до сих пор стоит у меня. Теряешь хватку. Думаю взять себе новый псевдоним. Роман «Стальная хватка». А я напоминаю, что сегодня мы помогаем вам принять правильное решение. Алло, приветствую. Расскажи, какая у тебя проблема? Я нашла своего отца, которого никогда не видела. И не понимаю, стоит ли мне к нему ехать. Это же большущее счастье для вашего отца. Слушаю. Вы мне советовали ехать к отцу. А, кто отец-то? Ты. Это твой внук. Почему этот Маугли кидает молотком в драгоценные вазы, а? Почему он сыт в цветочный горшок, но специально рисует на моей мебели, специально портит мои рубашки, строит баррикады из моих вещей? Я за творческую свободу собственного сына. Вы пришли, чтобы убить меня? В Любленского? Можно и так сказать. Как зовут? Саша. Че, парень? А по сапатке. Я ж тебя не порол. Я правда очень боялась к тебе ехать. За знакомство. Я не вижу ваших рук! Есть они, есть я. Ты. Это твоя проблема. Выбирай. Дайте, дядя! Ты супергерой! Не сомневался. Ты несешь добро!